Я, Имашо Болат Арстанович, гражданин Республики Казахстан, 1969 года рождения, уроженец Актюбинской области. В данной публикации я поддерживаю гражданского активиста Куаныша Молдалиева и тоже требую отстранения от власти, сложения полномочий всей этой преступно-мафиозной группировки во главе с самозванцем Назарбаевым, убийцей и вором, который растаскивает народное имущество и достояние, опускает нас в глазах мирового сообщества. Требую, чтобы они неукоснительно и немедленно отстранились от власти, сложили свои полномочия. Являясь активистом демократического выбора Казахстана, я обращаюсь к нашему населению, чтобы поддержали данный челлендж и продолжили.